этот год для нас непростой, он юбилейный. Но самое главное, вся наша страна, наша область, наш город переживает непростые времена. И сейчас мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией. И наши соученики сейчас ведут тяжелый бой за свободу нашей страны. Значит, в том числе, каждый из вас тоже принимает активное участие в этом процессе, потому что вот тот дух патриотизма, который в нашей родной школе присутствует, вы являетесь примером для подражания для всех мариупольских мальчишек и украинских мальчишек. И мне очень приятно то, что вы сейчас являетесь пластом той будущей украинской элиты, которая должна прийти во власть и изменить нашу страну к лучшему. А сейчас мне очень приятно то, что вы являетесь патриотами нашего города, нашей страны, и я вижу, что будущее нашей страны в надежных руках. Дай Бог вам здоровья с начала открытия турнира, и я думаю, что это будет систематически у нас. Слава Украине! Такими уроками патриотизма, такими мероприятиями должны охвачены быть все школы города Мариуполя, потому что в нашем примере, я думаю, и другие тоже последуют. И есть уверенность, что наша Родина будет развиваться, наша страна будет действительно расти, и у нас будет будущее у нашего города, у нашей области, у нашей страны, когда есть такие дети, настоящие патриоты нашего города. Вообще ситуация в городе со спортом на сегодняшний день очень плачевна. Закрываются залы, закрываются манежи, плавбассейны. То есть детворе негде заниматься. Если в наше время мы когда пришли, было очень много секций, было очень много вариантов выбрать вид спорта и заниматься, то сейчас это все в плачевном состоянии. Предпосылками стало то, что у нас сильно много людей в городе стали только думать о себе, о своем кармане и только думать о том, как заработать денег. А никто не думает о будущем нашего города, о будущем нашей страны, о детворе, о молодежи. И вот, вот поэтому все привело к тому, что сейчас вот есть. Мне кажется, это дело не одного года, даже не одного там, месяца. Это давно он потихоньку так приходит в упадок. В первую очередь, наверное, не хотят заниматься наши люди. То есть, и об этом надо им постоянно напоминать, постоянно как-то завлекать детей. То есть по-другому никак не получится. Просто так дети не рождаются и не хотят быть спортсменами. То есть надо рассказывать о пользе здорового образа жизни. Тогда, наверное, что-то изменится. И это должно быть не только на уровне там, городской власти. Это должны быть и люди, привлекать предпринимателей. У нас очень много предпринимателей, которые действительно могут пожертвовать свое время, свои силы и свои средства в развитие там, спорта, для того, чтобы нация стала более здоровой. Сьогодні Андрій дивиться на нас з небес, і я впевнений, що він радіє. Ви сьогодні показали, що ви можете бути разом. Зовсім різні люди, зовсім незнайомі люди, різні військові підрозділи, діти, учні, вчителі, батьки. Ми можемо бути разом, і це є головне. Слава Україні! Героям слава! І від полку «Дніпро-1» ми даруємо вашому музею наш прапор з символікою «Дніпра-1». Він, я впевнений, займе почесне місце в вашому музеї. Дарую бронзову медаль.
Так, кого еще давай? Ай, завтра. Чтобы не делать, это было, где работа. Да, вот, все, спасибо.